Финальный этап оборонно-спортивной игры «Зорница» завершился в Кировском районе. Лучшие команды соревновались в саду 9 января. Раньше «Зорница» была обязательной частью учебного процесса, теперь это просто игра. В финал районных соревнований попала 21 команда. В жюри – учителя, сотрудники пожарной службы и даже бывшие «Зорничники», всего более 30 человек. Под их надзором участники должны пройти 13 различных испытаний. Это и спортивная подготовка, каждый обязан сдать нормы ГТО, и ориентирование на местности, и знание школьной программы. Содержание внутри станции, оно может изменяться, например, страничка истории, она менялась. А так вот, собственно, станции, они из раза в раз традиционные. Но самые интересные для ребят площадки специализированные, например, этап по пожарной безопасности. Хоть и на несколько минут, но почувствовать себя в шкуре, а вернее в костюме огнеборца, поработать с их техникой. Дальше городской конкурс. На него поедут команды 384 и 493 школы. Именно они стали районными победителями этого года.